Вчера в Тарасском государственном университете имени Мухаммеда Хайдар Дулати завершился 4-дневный методический семинар, в ходе которого обсудили вопросы подготовки и переподготовки членов информационно-разъяснительных групп по религиозным вопросам. Подробнее в следующем материале. Семинар, направленный на подготовку информационно-разъяснительной группы по вопросам религии, состоял из 40 академических часов. Главная цель – повышение качества разъяснительной группы среди целевых групп населения. По словам специалистов, это позволит обучить профессионалов, способных противостоять религиозному экстремизму и терроризму. Стоит отметить, что участие в работе семинара приняли более 80 участников. В течение 4 дней члены нашей информационно-разъяснительной группы получили много необходимой информации. Для этого были приглашены самые лучшие специалисты и преподаватели республиканского масштаба. Кроме того, планируется проведение аттестации членов разъяснительной группы по вопросам религии. По завершению прохождения этой аттестации участникам будут вручены специальные сертификаты. Курсы подготовки и переподготовки агитационно-разъяснительной группы прошли на высоком уровне. Мы получили много новой интересной информации благодаря грамотным специалистам. Этот семинар пошел всем на пользу. Я думаю, что подобные семинары будут проводиться и впредь. В завершении семинара присутствующим была дана информация по грамотному и правильному ведению религиозной политики в нашей стране. Кроме того, в ходе разъяснительной работы участникам были даны практические рекомендации. Нургали Сабитов, Азат Байтимир, 77 News.